Звук потише. Всем привет, ребят, с вами, как всегда, Влад, и вы на моем канале. И задание подписчика — записать 15 тупых смертей. Так вот, как по мне, тупая смерть, там есть, по-моему, одна смерть, когда ты пытаешься вот так вот сделать двойной прыжок, а в итоге ты падаешь как бы сюда. Короче, как бы вам объяснить, это когда он прыгает, ты хочешь зайти ему за спину, а он там тебя как бы добивает. Ну или еще вот это, например, смерть. Еще она смерть на 59 уровне. Ну, просто допустим, вот так вот. Там есть одна часть. Просто вот так вот. Летишь, 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 летишь. Летишь. Решаешь повыпендриваться. И в итоге этот проскакиваешь мимо вот этой штуки. На 58 уровне, когда пытаешься заспидранить, вот так вот. Случайно падаешь, ну, как бы на этого кубика. Хочешь заспидранить 58 уровень такой? Пытаешься перепрыгнуть кубика и типа падаешь на самого. А еще вот это тупая смерть. Вот это тупая смерть. Тупая смерть, когда ты пытаешься сделать без звезд и квадратов. Вот так установишься и... Ну типа и там вот, вот так вот как-то. И вот это тупая смерть. Вот это тупая смерть. Да, вот это тоже тупая смерть. Вот тут. Если что, вот там, где я сдох специально. Ну или когда пытаешься делать твой напрыжок, вот так вот падаешь. Вот это тупая смерть. Вот тут тупая смерть. Вот это тупая смерть. А теперь проходим 75-й за одну минуту. Что было быстрее, перейдем на время. Что было быстрее, мы перейдем на время. Вот. Что было быстрее, мы делаем как мы на время. Может, из-за моего давления мне надо будет делать это все заново? Надеюсь, не так. Класс, именно эта попытка удачная. Ну ладно, кому ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!